литейном производстве, так же, как и в любом другом, не любит мелких серий. Тут неизбежен ручной труд при изготовлении форм. Пустую опоку нужно вычистить, поставить на подмодельную плиту, засыпать формовочной землей и утрамбовать ее. Для сотни другой деталей литейную автоматическую линию создавать невыгодно. Но невыгодна и работа вручную. Как же быть? На московском заводе «Станколит» проблему решил вот этот автомат. Четыре подмодельных плиты позволяют одновременно изготовлять две формы. Каждая составляется из нижней и верхней половинок. Меньше чем за полминуты совершает опока путь по всем рабочим позициям автомата. Здесь обдувка подмодельной плиты, засыпка опоки формовочной землей и ее уплотнение. Полуформа готова. 10 человек освобождены от тяжелого труда. Вот единственная ручная операция. С завидной легкостью из двух половинок собирает автомат форму. А в половинке-то 40 килограммов. Теперь под прижимной груз, чтобы при заливке металла верхняя полуформа не всплыла. Автоматизация проникла еще в одну область литейного производства. Так на заводе «Станколит» выполняются указания партии о всемерном повышении производительности труда и снижении себестоимости продукции.